уткнулся Аким в чей-то спальный мешок, провонявший потом, репрудином, дымом, и дал волю чувствам, охмелел вроде бы, хотя во рту другой день маковой росинки не было. Друзья-то, соратники-то, отчески эти ходят. Варяг чует же носом пищу, охотник же нюх у него будь здоров. Да и посудой звякают, тоже слышно. Конвоир за палаткой все шуточки шутит. Так и подмывает рвануть из палатки и вымазать ему между, и вмазать ему между глаз. Эх, люди! Для них хотел Сахатова добыть, указающие силы, чтобы поддержать. Такого человека стравил и ради кого? Тьфу на вас всех! На простодырский какой-то он все же. Якимка этот. Ко всем с раскрытой нараспашку душой, а туда лапой. То его оберут, то наплюют в душу-то.